Нынешнюю ситуацию можно описать одним коротким фрагментом из видео. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. И действительно, это будет правдой. Так как мы ничего не знаем, ни хрена не понимаем, слухов много, и плохих, хороших, короче, все подряд. Из неприятного ходят сплетни пока что, что могут забанить YouTube. Естественно, всех это волнует, и мы ищем средства коммуникации, чтобы всем собираться. С YouTube забрали монетизацию, многие подумают, что все свалят, но на самом деле нет. Дело в том, что я вам скажу точно от себя, заверю, что я буду делать ролики даже бесплатно, и просто потому, что, я не знаю, это то, чем я живу, то, что я умею, то, что мне нравится и то, что я люблю. Друзья, вас и это дело я не брошу в любом случае. Я знаю, что мои ролики помогают некоторым выйти из депрессии, как-то настроение поднять, и для меня это в любом случае огромная мотивация, помимо всего остального. Ну и на вас я также возлагаю немалые надежды, не буду врать. Я бы хотел, чтобы конкретно ты не поленился и перешел по ссылке на телеграм-канал, подписался, потому что там на самом деле очень хорошая коммуникация, и мы точно никуда не потеряемся. И VPN в том числе тоже никто не отменял, но тем не менее. В телеграм-канале будет много интересного контента, в том числе того, которого нет нигде. Поэтому я вас прошу перейти, подписаться, буду очень рад. Кроме этого, оставляю также вам телеграм-канал Марина, потому что та же самая ситуация, и также телеграм-канал Полины оставлю. Друзья, не поленитесь, нажмите на кнопку, потому что для нас это огромная важная вещь, база, ответственность, и в том числе для вас также взамен мы будем стараться. Мы все будем стараться вам поднимать настроение и дальше, и дабы не быть голословным, я вам даже скажу больше, чтобы замотивировать вас таки перейти в телеграм-канал, я сделаю там рум-тур, который обещал давно, который меня спрашивают, ну вот сделаю там, почему бы и нет. Ладно, все, теперь к оптимистичным вещам, к ролику пройдем, и то мы тут, собственно, как всегда, Guys играли, потому что неплохо так отвлекает, и в том числе в GTA. Кстати, также я вам оставлю еще телегу Данила, который участвовал в этом ролике. Все, всем приятного просмотра, я удаляюсь. В смысле, просто... да вы меня поняли. Погоди, еще раз. 4 зеленые, 3 красные и 2 кокоса. 4 зеленые, 3 красные и 2, сука, кокоса. 4 зеленые, 3 красные и... 0... 0... 0... 0... 8... Что? 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 Я не понимаю, что, блядь? Блять, я не угадал. А, фиолетовый вот, не блядь. Было. Почему я потерялась? Паника просто долбанская, блядь, сработала. Вообще ничего не понял. Да. Сука, я в панике бегать начал по кругу. Я все помнил. Я-то вот так паника работает, Вась. Я просто, знаешь, как ошалелый, блядь, хожу и ничего не понимаю. Охренеть. Вон золотой. Вась, я могу не пройти. Не-не-не-не-не-не-не-не, мне 3 осталось. Хотя, блядь, нет, надо золотое, реально. Ой. Вот это. Вот это. Надо. У тебя, сука, на самом деле, голубок. Не так много осталось. А, мне 3 надо. О, давай, давай, ну, давай, 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 брат. Спасибо, брат, давай. Отлично. Спасибо тебе. Вась, он не пройдет. Он просто сделал это для тебя. Вась, да он просто потому, что он не увидел меня, возможно, я не знаю, или на что он рассчитывал. Я не знаю, какие у него планы были. Голубчик, блин. То есть все-таки он твой рот ебал. Получается так. Блядь, нет, шарик. Ёбаные 2 шарика, блядь, прям на хлеборезку. Ну нет! Ну все. Ну иду я нахуй. Да ну серьезно! Да блядь! Да ебать! Да чё за хуйня? Да вы чё, блядь? Сколько сюда? Сюда все шары полетели, вот я обычно проходил сбоку всегда, ебать. Ой. Тебе не оставили ни одного шанса, но ты сделаешь это красиво. Я пойду нахуй. Красиво, ну, пойду красиво. Нахуй. Красиво, красиво. Типы забирают перед носом золото. Так, мне нужно взять одну любую и потом буду золотую майнить. Я? Что? Что, я спиздил? А? Я вас... Я не слышу, ты... Да ты громко орешь, блядь, я нихуя не понимаю, блядь. Блядь, как... У тебя интернет лагает, что пизда, блядь. Настроя в финале? Что? Давай. А ты где? Нашел. Да я ж сдох. А, охуеть. Вась, 30%, ты понимаешь? 30%, что все будет в порядке. И 60%, что будет пиздец. Но пока что все за е... Ты представь себе... Да иди ты нахуй, блядь, да иди ты нахуй. Блядь, сейчас тут не нужно просто безупречно пройти ее. Единственный мой шанс... Это безупречное прохождение, без каких-либо факапов. Этих мечей ебаных. Они всегда на меня падают, мечи, вас эти дезморают меня. Они каждый раз, вас просто падают на меня. Вот куда он полетит, этот мяч ебучий, блядь?
туда летят. Ух, все у вас. Партия большая. Партия. Так, хорошо, хорошо. Да еба! Ой, у меня сейчас эпилепсия случится. Все так ай-яй-яй. Какой же кусок говна, блядь. Какой же, ну пробрахнись. Нет, вас! Придержать его можно, придержать можно. Да, умница, но... Да! Кусаю себя за сосок просто в честь победы, блядь, опять заорал громко. Ну хорошо, приятно, придержал. Гнида я, да, такая конченая, прям, прикинь, он сейчас мой рот ебать. Представь, насколько сильно, Вась. Вась, я только сейчас понял, что ты взял тот предыдущий игре топ-1, а если в этой я беру я, это будет 2 топ-1 подряд. Ты вообще понимаешь? Ты вообще понимаешь, что может быть? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что делается такое-то? Я не могу понять. Давление, напряжение, нервы. У меня и так они не очень... Да бась! Плотные! За последние дни! Истончились, сука, совсем. Стой. Да стой ты, держать, сука, да стой ты, блядь, я тебя держу. Ты что, не видишь, что я говно? Да ебать, хорош. Чёденько, блядь. Два топа один подряд, просто. На, так. Не, злые, блядь, в детскую игру всех имеем, блядь. Господа, сегодня я вам хотел предложить отвлечься от всего и заняться медитативной рыбалкой, сходить на охоту или окунуться в мир археологии. Ведь все это и не только доступно в изометрической многопользовательской игре Lost Ark. Огромный фэнтезийный мир с фокусом на исследование вас ждет. Помимо материков, в Lost Ark есть еще и личные суда для морских просторов. Игра регулярно обновляется. Теперь можно открыть ранчо для питомцев у себя в поместье и получать разнообразные ресурсы. А сами питомцы могут изучать новые умения и изменять внешность по вашему желанию. Но у питомцев должна быть, конечно, хозяйка. Так как насчет нового класса чародейка? Это 4-й представитель архетипа маг с уникальными способностями подчинять себе силы стихий. Также доступно новое событие, рейд на повелительницу туманов и зыбких иллюзий Мистик. Поход будет тяжелый, так что лучше заручиться поддержкой друзей с хорошим снаряжением. Это испытание потребует особой выдержки, но награда за него будет щедра. Испытай свои силы в мире Lost Ark по ссылке в описании и получи подарки для комфортного старта. Все, поехали. Ладно, веди ты автомобиль. А я могу? Куда, а блядь? Вась, ты уехал без меня. Да, Вась! Что происходит? Это меня сбила машина, я на секунду услышал, какое радио у нее играло. Не могу побираться. Нет людей. Никого? А Франк? Ну, это мужчина немногословный. Ему плевать на твои удары, у тебя удары девчачьи. Даже не моргнул. По-моему, он вообще не моргает. Не моргает. Дверь не закрыл, блядь. Ты? Ну да. Закрой, пожалуйста, дверь. Поближе к левой стене, да. Отлично. Обед, слушай, реально. Пообедать надо. Пообедаю и сразу запью. А из выпивки у меня есть только водка. Ну ты посмотри, какой у молодого человека модный автомат. Да ты, блядь, ты можешь быть поаккуратнее со мной? Я нежный. Вася, сяду и буду в ней сидеть. И скажу ему, что это моя машина вообще. Пошел он в задницу. Да посмотри, какие все модные. А мы на развалюхе ездим. Предлагаем его сейчас сядь, да, сядь его машину. Скажи ему, что это тоже твоя машина. Я и вообще просто чудится все. Скажи Васиму, что ему он дебил, и ему все показалось абсолютно. Что бы он ни сказал тебе, говори, что ему показалось, и он дебил. Братан, ты можешь выйти из машины, пожалуйста? Ты дебил? Тебе показалось. Мне показалось? Ладно, допустим. Раз мне показалось, то ладно. У тебя получилось, он убежал, в смысле? Сработало! Я же тебе говорил. Это уникальная фраза. Имба просто. Говорил, сиди в моей машине, блядь. У меня, короче, есть для тебя офигенный че... Отлично. Надеюсь, что ты после этого будешь чуть умнее и будешь смотреть впредь влево, прежде чем пойдешь вперед. Вот. Вот я посмотрел влево, видишь? Дебил. Да я думал, он просто прямо проедет. Он решил повернуть и притормозить. Я не ожидал такого мува от него. Вась, знакомься с девушкой просто. Должен просто с ней познакомиться. Плевать вообще, тупо знакомься. Привет, как тебя зовут? Вась, ты в любом случае должен с ней познакомиться. Что бы к тебе ни говорили. Я с тобой разговариваю. Как тебя зовут, детка? Вась, ты самец. Запомни это. Ты сам. Ой, подожди, у тебя такие кроссы, как у меня точно такие же. Зачем? Это за что вообще? Это зачем? Алло.
О-о-о, вот это я понимаю, защитник, заступник. Вот, брат, вот это вот просто. Вот это реально просто. Вот это я понимаю. Я бы с этим мужчиной не спорил однозначно. Он умеет приводить довольно весомые аргументы. Кенти просто расстрелял вот этого бедолагу. Еб, Вась, ты такую хуйню замутил. Вот так. Вась, всех хуй просто. Ах, Вась, посмотри, просто с девушкой познакомился. Пи***ц, блядь. Здорово. Да я это, да ничего такого, с девушкой познакомились, что не видишь? Нормально познакомились. Друзья, ну что, большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забудьте про мою просьбу, телеграм-канал. И также вам скажу еще одну важную вещь. На нашем GTA 5 RP сервере можно реально хорошо провести время. Туда заходишь, там птички поют, солнышко, все так замечательно, как в 2018. Короче, ребят, советую от себя, ссылка на него тоже в описании есть, не забывайте про него. Там реально весело, и мы сейчас очень часто будем там играть. Кстати, по поводу, собственно... GTA 5 RP сервер. Я буду собирать свою банду, потому что меня очень сильно обидели. Я в ролике этого не показал, между прочим, но на самом деле японская мафия, дизреспект, потому что там есть некоторые личности, которые, получается, ее дискредитируют. Но я думаю, они сами разберутся. И в любом случае, всем спасибо, господа, в банду нашу вступайте, скоро все будет, и до новых встреч. Слушай, а это, а можно моему товарищу тоже еще так же броник есть? Да, нет? Да. Давай так же точно я передам ему. Давайте, пацаны, покупай мне пистолет. Еб, ты чё, серьезно? Ты просто пришел сюда, стоишь около 4 мужчин и диктуешь свои правила? Да я только предложил, я же не говорил покупать. Ну ты настолько громкий, что мне кажется, что на меня кричишь прямо в ухо. Да, может немножко потише. Да я не могу делать, сори. Дайте я штат микрофон подальше. Ну вот а зачем тебе, а зачем тебе пистолет-то, скажи мне? Ну, сохранение там, жизни себе. Бля, бро, я сейчас купят тебе пистолет, только перестань говорить, все. Михаил, давайте пистолет. Купи ему пистолет, пожалуйста.